мы ходили в лагерь, это сегодня 3 июня 2018 года, воскресенье, пошли. Забрать там железный был ящик, он хорошо обделанный, изнутри паранитом каким-то припаянный, от мышей. И вдруг я вот, до этого кто-то там ограду ломал, увидели небольшого мальчика, не буду называть ничего. Он стоит, отламывает, большой рычаг делает, как говорит, был бы рычаг, я бы землю перевернул, Архимед. А потом ногами отбивает жерди, ну я отвел его к деду. А дед ко мне не расположен, ну ясно дело, разговор не получился. Ну, встретил бабушку его. Поговорили, как же так, ребенок, а кто ему разрешил туда идти, так это ко мне вопрос. Это 500 метров от деревни, ну здесь не 500 напрямую-то, 250 может быть. Вот они везут, Володя и Марина веселая. Фитнес! Вот она веселая, она говорит, я могу как мужик работать. Ну так принимаем таких работников. Сейчас мы все это вот привезли, не знали как, а Володя сходил за ломиком и привез. А я ходил тут, отводил этого отрока. Так, я думаю, потихоньку придерживать и опустить. А куда ты его ставить будешь? Не знаю. Ну давай, посмотри хорошенько. Все места осмотри. Там где-то только есть. Или там сарая. Сарая? Ну, почему нет? Нам хранить лишь бы какие там продукты, что от мышей. Туда мыши никогда не залазили. Посмотри, потом привезешь. Иди посоветуй, может быть, ему, подскажешь. Видишь, по хозяйству. Я там для цыплят Никита покупал, матушка перекупила вольерчик. Ну вот вполне место хорошее. Вполне, только сюда его как-то поставить, только поставить уже навсегда. И сверху заложить чем-то, чтобы никто не наступил, не порвал. А это что под ногами лежит вот это? Это коврик резиновый. Это убрать, это нам сгодится где-то на покрытие. Это же наша резина, да? Да, наша. Это РТИ нам помогали, Хромов Анатолий Петрович. Вот эту выкати. Выкатывай. Ну, Марина пошла в дело у нас. Сбрасываем лишний вес. Ох она. Слава Богу. Все, убираю. Оставить. Люди Бога, если не боятся, а людей еще садиться. Никак. Или оставить можно здесь? Ну, зачем? Ну да, пускай то стоит, а это-то... Эту-то не надо, это угодно еще где-то покрыть, видишь, какая большая. А туда можно поставить на деревяшки. Вот и все. Каким образом ее боком? Тут прямо-то не зайдет. А. Так, сюда оставим, да? Или туда? Ну, куда? Я не знаю, куда. Я думаю, вот сюда рядом сюда поставить. Вот. Между ним проход есть. Это не на один день ты, хозяин. Давай. Убрать это. Это резина, это очень хорошая. У-у-у. Еще уже гниет тут лежит. Потом это все промой, закрути и спрячь. И спрячь. Она летом-то сгодится. Ну да. Сыро там будет. Ну что, подкатывай. Так, убрать эту тележку, то рядом она тут может ходить, мешать будет. Так. Надо было лопаты потом съездить, все забрать, как-нибудь выбрать время вечерком. Открыть там везде все, веревки какие, все убрать. Лагерь-то мы уже никогда не будем, это определенно. Ломик там положи, вот так, да-да-да-да, кидай. Вот видишь, с Мариной отношения сразу наладились хорошие. Ну а дальше видно будет. В прошлом году была хорошая Марина с одной рукой, все успевала делать. Я запретил на кухне резать ножом, боялся, что повредит руку поврежденную. Ну, нынче она говорит там что-то, денег нет. Это я не знаю, с других слов говорю, в интернете так кто-то написал. Так, уйди оттуда, уйди, уйди, уйди. Только не опускать туда, значит, тележку, то отломят. Сейчас потихоньку там придерживать и опускать. Сейчас я подойду, подожди.
Володя, подожди маленько. Ты напрасно туда, надо зайти, то кому-то туда будет. Подожди. Вытащи назад, вытащи. Я зайду сейчас туда.